четверг в Самарской области будет ясно и малооблачно, местами пасмурно. Сохранится жаркая погода без осадков. Днем плюс 30, плюс 36, ночью 18-20 выше 0. Ветер переменный, северного, восточного, юго-западного направлений, скорость от 1 до 6 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, днем плюс 35 градусов, ночью плюс 18, ветер восточный 1 метр в секунду. В Тольятти ясное небо, плюс 30 градусов. Дневное время, ночью 18 выше 0. Северный ветер 6 метров в секунду. В Самаре ясно, дневная температура 33 градуса тепла. Ночью плюс 20. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 18%. Температура воды в реке Волга 17,2 градуса. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.